представители там нескольких агентств, которые высказывали большие сомнения в том, что она там будет существовать, что будет какая-то польза. Сегодня, вот, сегодняшнее обсуждение показало, что в принципе, самое главное, нет уже никаких скептиков. И все горят желанием к тому, чтобы ПСАНА развивалась как можно скорее, чтобы мы совместно находили новые проекты, новые формы новостей, подачи новостей, новые форматы. И более того, чтобы вот новостные продукты были совместными, двусторонними, несколькосторонними, чтобы мы могли привлекать, скажем, к совместным интервью лидеров государств. И общими усилиями делали таким образом, чтобы в регионе, самое главное, царил мир. На сегодняшней встрече, на сегодняшней ассамблее генеральной поднимался вопрос, было такое предложение, чтобы, скажем, объединились Причерноморская ассоциация и ассоциация балканских агентств. Не все поддержали, есть сомнения, и прежде всего организационные, потому что одно дело собрать 14-15, да, агентств, а другое дело сразу там 38. Это и финансово сложнее значительно, ну и организационно также.